А что это вы там напевали? Прям там тарадам, ти-дари-дари-дарам. Смуглянку, товарищ командир. А ну, напойте слова, знаете? Значит так. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Товарищ командир, прошу зачислить меня в вашу вторую эскадрилью. И меня. И меня. И нас. Всесоюзная слава настигла его в 19 лет. После того, как Сергей Подгорный в образе лейтенанта Смуглянки снялся в легендарном отечественном фильме «В бой идут одни старики», ласковое прозвище навсегда закрепилось за артистом. К сожалению, оглушительный юношеский успех в его карьере больше не повторился. В последние годы жизни Сергей Подгорный нередко вспоминал о роли, сделавшей его знаменитой, и говорил, что никто из зрителей не знает его фамилию, зато образ Смуглянки знают все. Меня, кстати, редко кто Сергеем называют. Смуглянка. Так и до сих пор. Ну кто там знает Подгорный? Какой Серега? Смуглянка? Вот так, наверное, умирать буду, Смуглянка я стану. Вот. Приятно. Сергей Александрович появился на свет в декабре 1953 года под Киевом. Семейство Подгорных было очень музыкальным. Прекрасный слух и красивый голос передались и Сереже. Мальчик играл на аккордеоне и выступал в самодеятельных спектаклях. Помимо творческой жилки, природа одарила его золотыми руками и отзывчивым сердцем. Родители мечтали, чтобы Сергей выбрал профессию врача. Однако в выпускном классе школы он объявил родным о намерении стать актером. Но при поступлении в театральный институт он не прошел конкурс. Первая неудача не смутила Подгорного. Устроившись работать слесарем на авиазавод в Киеве, Сергей стал основательно готовиться к экзаменам. И в 1971 году со второй попытки он был зачислен на первый курс Киевского театрального института имени Карпенко-Карова. Лекции и занятия по актерскому мастерству вместе с чтением произведений классиков и студенческими спектаклями стали благодатной почвой для способного юноши. Друзья, сегодня узнавать о самом интересном и прекрасном можно, не выходя из дома. И поэтому мы хотим порекомендовать вам YouTube-канал «Лекторий Достоевский». Уникальная бесплатная современная медиатека, где в простом и интересном формате вы сможете узнать об истории, литературе и искусстве. В «Лектории» собраны только самые интересные, достоверные и неординарные описания событий. Сколько фаворитов было у Екатерины II? Правда ли, что Ленин недолюбливал Сталина? Какая татуировка была у Николая II? Узнать об этом можно на канале «Лекторий Достоевский». Форматы на любой вкус, курсы, лекции, короткие видео с фактами и, конечно же, рубрика «За 22 минуты». «Лекторий Достоевский» рассказывает о сложном и важном. Новые видео выходят часто, а в комментариях разворачиваются целые баталии. Переходите на канал по ссылке в описании видео и подписывайтесь. После окончания вуза молодой артист поступил на киностудию имени Довженко. В его послужном списке свыше 70 картин, но в подавляющем большинстве проектов Подгорный вынужден был довольствоваться эпизодами. Дебютной работой Сергея стала драматическая киноповесть 1973 года «Абитуриентка», где он появился в качестве безымянного поступающего. В основу ленты лег документальный факт гибели юной советской стюардессы от рук террористов. В это же время Леонид Быков начинал съемки военной драмы «В бой идут одни старики». Подгорного отобрали в массовку. В последний момент Леониду Федоровичу срочно потребовалась новая кандидатура на роль офицера Виктора Щедронова. Среди группы статистов опытный глаз режиссера выхватил лицо улыбчивого смуглого паренька. Разрешите? Ты знаешь, я хотел тебе сказать одну вещь. Если вот... Понял. Понял. Бабушка, пойдемте танцевать. Так куда это? А что мы сейчас с вами такую парню врежем? Сергей идеально вписался в строй поющей эскадрильи. После выхода фильма в прокат он наравне с коллегами по картине мгновенно стал кумиром всего Советского Союза. За время учебы в институте юноша еще трижды ненадолго попадал на съемочную площадку. Например, в 1974-м он снялся в начальных сериях детективной истории «Рожденной революцией». Его героем стал сотрудник уголовного розыска по имени Гриша. 24 числа ограблен артельщик телеграфа. 26 числа налет на квартиру Зильбермана. И все это дело рук одной банды. Гриша, а ты что скажешь? Я считаю, что Николай должен поторопиться. А засада? Ну что ж, Нил Алексеевич прав. Если сорвется, он годбой осторожнее станет работать. Во второй половине 70-х актер много снимался во второстепенных ролях. В
1977 году он появился в приключенческом боевике «В зоне особого внимания». Зрители узнали его в образе солдата-водителя. Все. Послушай. Рубль 80. Твою машину в холодильник не влезет? А, нет, не могу. Вот. Ой. А ты все равно без дела стоишь. Подумаешь, дороги-то час. Я заплачу. Спасибо. Ой. Извини, не могу. Мы сейчас уезжаем, понимаешь? В следующий раз, хорошо? Параллельно артист был приглашен на маленькую роль Сережки Семенова в военную драму «Трясина». Ну что, остановились, а? Помыть. Да не надо. А ты что, меня не узнаешь? Сережка Семенов, это моя сестра Настя. Ну, прошлым летом рыбу ловили. Ладно, вы не отставайте. Да, куда проситься будешь? Не знаю. А я морфлот. Ну, поехали. Эпическая картина Григория Чухрая рассказывает о матери-дезертира и ее неизбежных нравственных муках, которыми она вынуждена расплачиваться за неправедно сохраненную жизнь сына. Пару лет спустя на экраны вышел фильм о десантниках «Голубые молнии». Одним из срочников, проходящих службу в воздушно-десантных войсках, был Егор Хворост в исполнении Подгорного. А вас как зовут? Красавица? А я не красавица, а гвардии старший сержант. 13-й? Да. Спасибо, товарищ. Гвардии старший 14-й? Сержант. 15-й? А что, разве гвардии старший сержант не может быть красавицей? Может, Жора. Кто желает первым? Я. Заходите. Да. В картине «Тяжелая вода» действие разворачивается в период холодной войны. Здесь актер предстал в образе мичмана подводного флота Игоря Девушкина. Эх, Коля, меня пол Киева ждет. Его прекрасная половина. Девушки на Крещатике только и спрашивают друг у друга, куда девался душка Девушкин? Игорь. Что? Знаете, хлопцы, у меня в кубрике под подушкой классный детективчик. Называется «Смерть за занавеской». Даю до вечера. Быстрее. В 80-е поток предлагаемых сценариев по-прежнему не ослабевал. Персонажами Сергея Александровича становились военные, следователи, либо представители опасных профессий. В 1980-м актер поучаствовал в создании многосерийной киноповести «Мужество». В экранизации, повествующей о строительстве Комсомольска на Амуре, его утвердили в качестве водолаза Епифанцева. Братишка, а мы твоей гитаре простой запишем. А ну-ка, вломай нам что-нибудь такое веселенькое. Ну так давай ее сюда. Еще одна картина в биографии Подгорного – «Володькина жизнь». В телефильме 16-летнем добровольце, вынесшем на своих плечах все тяготы фронта, артист сыграл лейтенанта Сомова. Лейтенант Сомов. Вот и познакомились. Ну, допустим. А вы когда закрываете свой пороховой склад? 18.00, товарищ лейтенант. Жаль. А что, назначили свидание с другой? Так точно. Причем 18.00. Поезд на Москву. В телесериале «На крутизне» актер перевоплотился в красноармейца Орлянского. Историческая драма описывает революционные события, происходившие в 20-е годы 20 века на территории Украины. Дозор пропустим, следом пойдет вся банда. Передать по цепи, пропустить дозор. Передать по цепи. Гранаты к бою. Гранаты к бою. Гранаты к бою. Гранаты к бою. С началом перестройки количество предложений о сотрудничестве начало стремительно сокращаться. И если в начале десятилетия мужчине удавалось зацепиться за достойные предложения, то к середине 90-х эта возможность иссякла. Так, в 1991-м Подгорный в образе милиционера Сиволоцкого мелькнул в криминальной ленте «Личное оружие» и еще в других четырех кинофильмах. Вячеслав Иванович! Не знаю, как и сказать. Подполковник Николаев застрелился. В своем кабинете в 16:10. Кошмар. Я все прочитал.
У них там, оказывается, было серьезно. А сам он... С 1995 по 2009 артист не снимался вовсе. Последними проектами Сергея Александровича были детектив «Возвращение Мухтара» и мелодрама «Золушка с райского острова». Личная жизнь. Женат Сергей Подгорный был дважды. Первая супруга артиста Светлана оставила мужа, когда их первенцу Володе исполнился год. Сейчас Владимир проживает в Адлере. Свою судьбу он связал с морем. Второй женой Подгорного стала его землячка и давняя знакомая Людмила. В этом браке, продлившемся 2 года, родилась дочь Саша. Девушка получила экономическое образование. Примечательно, что брат и сестра по отцу не теряют родственную связь и хорошо общаются между собой. Последние годы жизни оказались для актера испытанием на прочность. Невостребованность профессии усугублялась серьезными проблемами со здоровьем и семейной неустроенностью. Подгорный коротал век со старенькой мамой, зарабатывая на хлеб столярным ремеслом и получая скромную пенсию. Распад Советского Союза он читал личной трагедией и говорил, что распался Союз, распался кинематограф. Все-таки главная причина, я считаю, что распад. Развалился Союз и развалился кинематограф. Сергея Александровича Подгорного не стало в июле 2011 года. Он скоропостижно скончался вследствие острой сердечной недостаточности. Всенародно любимого смуглянку предали земле на кладбище города Бучи.